11 октября в рамках Года добровольца Дворец культуры «Спартак» проявил инициативу посетить все реабилитационные центры города Хасавюрт. Руководители четырех студий Дворца культуры совместно с научно-развлекательной лабораторией «АМИУС» провели мастер-класс для воспитанников центра. Заместитель директора дворца «Спартак» Айна Абдулазизова рассказала о том, как мероприятия такого рода сплачивают коллектив, отметив прекрасный состав сотрудников центра и пожелал детям всего самого наилучшего. Такого рода посещения, они как-то сплачивают коллектив и какие-то новые идеи, новые какие-то добрые дела хочется делать. И не только в год добровольца. Мы стараемся каждый раз участвовать в благотворительных мероприятиях, которые проводятся в нашем городе, даже за пределами пытаемся по мере своих возможностей принимать участие. Замечательный у них коллектив, руководитель прекрасный человек, который всей душой болеет за этих прекрасных детей. Пожелали бы, конечно, побольше внимания, чтобы уделялось здоровья всем детишкам и чтобы все в их жизни было прекрасно, чтобы они выросли успешными людьми. Директор реабилитационного центра Магомед Гамзатханов подчеркнул, что это уже не первое посещение, отметив, как положительное занятие сказывается на творческое развитие детей, поблагодарив коллектив Дворца культуры за проведение таких мероприятий. Отрадно, что это их визит не впервые и, думаю, не последний раз. Подобные визиты очень с хорошей стороны действуют на наших детей, развивают их всесторонне. Вот сейчас я везде прошелся по этим мастер-классам, и мне самому даже захотелось там посидеть с нами, позаниматься. Но я это уступлю сегодня детям, потому что они очень увлеченно этим занимаются. Большое спасибо Айне и ее команде за эту работу. Большое спасибо всем, кто помогает нашему центру. Очень часто и школы, и вузы, и учреждения посещают наш центр и радуют наших детей. Руководитель детской научно-развлекательной лаборатории АМИУС Диана Умарова провела с детьми реабилитационного центра развлекательно-познавательное занятие в изучении химических свойств жидкостей. Сегодня мы представляем занятие лаборатории. Мы с детишками химичили и продолжаем химичить. Вот. Изучали с ними различные свойства жидкостей и кислот. И мне кажется, детишки, вам понравилось? Детишкам понравилось. Мы верим, что каждый ребенок достоин всего самого лучшего, потому что со временем отдаст миру столько, сколько мир вложил в него, отметили организаторы мероприятия. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».